Так, народ, сходили на охоту. Уловчик сегодня есть. Вот такая вот горы чайзер. Гульф. Потом у нас Lamborghini Sian. Это две моих тачки. И потом третья, это Toyota Supra, это другу купили. Итак, ребят, всем привет, я опять с Юлей, короче. Новый видос, в этот раз выехали в эпицентр Вашан, сейчас мы в эпицентре находимся. Я уже поснимал чуть Hot Wheels, ну ничего особо нету. Зашли в мебельный отдел посмотреть, что и как здесь. Ух, так, уже находились, и скоро будет мой любимый отдел в эпицентре, это отдел игрушек и всякой вот этой дребедятины, я просто тащусь от этого всего. Вот этот отдел с игрушками, это вообще просто. Жалко, что всего этого у меня в детстве не было. А вот Юля. Ребят, я нашел Мажоретто. Это вообще... Блин, ну тут все четыре только одинаковые, обидно. А нет, нифига. О, какой, ё-моё, Dodge Charger. Капец. А это у нас Audi Q4. Ребят, чем дальше, тем больше Мажоретто. Всяких моделек. Трактор, такси, Peugeot. Додж. Да тут их целая гора, короче. Вот тут немножко матчбокса я встретил, и Мажоретто тоже. Ну, выбор скудный. Вот Юля чуть ушла вперед, а она, короче, а что там вот внизу? Вот она. А я наверху. Не, ну тут просто премиалок. Боже упаси. Всяких разных. И такие есть. И по Бэтмену куча. Это просто капец вообще какой-то. Еще вот эта вот личность затащила меня в Ашоп. И тут столько всякой непонятной дребедени. Всегда поражался этим масштабом женских штучек. Круто! Что-то не это. Вот всякая фигня тут. Ё-моё. Так, народ, а самокат пока постоит, немножко отдохнет, потому что на работе я повредил спину, переработал немного, поэтому буду восстанавливаться, поэтому кататься пока не буду. Так, народ, в скором времени... Либо сегодня, либо завтра уже сниму обзорчик на вот эту вот офигенную модельку. А там дальше посмотрим, как пойдет. Возможно, какое-то время обзоров не будет. Да, и канал, конечно, по просмотрам Hot Wheels просел немного. Но ничего страшного, я думаю, прорвемся. Так, народ, выехал покататься. Не знаю, может, то есть получится, что-нибудь поснимаю. А тут Тёмыч выбирает себе стол в комнату, чтоб нормально играть. Вот это называется, я вышел покататься, ё-моё. Уже пришла нам ЗП-шка, сняли деньги. Сейчас Тёмыч стол выберет. И что, опять его тащить? Или ты сам уже? А я не буду покупать, я просто... А, ну ладно. Повезло. И сосед с дрелью тоже на месте, кстати.